Всем привет, с вами Максим, вы на канале Степан, и это игра People Playground. И если честно, я первый раз в жизни снимаю такой контент, ну да ладно. Сегодня в этом видеоролике я вам покажу, как открыть все новые ачивки. Примерно пару дней назад вышло крупное обновление, где добавили новое оружие, новые фишки и, конечно же, 6 новых ачивок, или же достижения. Дисклеймер, я прекрасно понимаю, что это очень жестокая игра, так что YouTube, пожалуйста, не бань. И да, без всякой лишней воды, погнали. Чтобы открыть достижение Black Hole или же Черная дыра, нам потребуется дециматор и генератор. Заспауним все необходимое, как я делаю это видео, и все. Далее нам потребуется провод, и сцепляем их. Вот и все. Далее нажимаем на генератор, на английскую кнопку F, и полюбуемся. Вот и все, мы теперь получили нашу первую новую ачивку. Далее по списку идет ачивка Volume Unclamped. Во-первых, спауним Jukebox. Далее во вкладке шестеренка ищем промышленный генератор, или же Industrial Generator. Заспауним максимум 6 таких генераторов. Повторяем эту схему все как видео, чтобы у вас получилось. Во-вторых, берем провод и соединяем его. Джукбокс. В-третьих, включаем джукбокс. И да, не обращайте внимания на музыку, я просто сменил файлы. Затем включаем все генераторы. И как вы можете услышать, музыка постепенно начинает бас-бустить. Немножечко подождем. Ну короче, ачивка выполнена. Ё-моё, даже мой голос не слышит. А, уже все. Короче, ачивка выполнена. Да ну на... Третья ачивка — это защитник EMP. Чтобы это выполнить, заспауним манекена, далее заспауним EMP-генератор и гранату-липучку. Так, берем гранату и нажимаем на F, прикрепляем эту гранату к манекену, немножко подождем до взрыва. Для большого удобства рекомендую делать это в слоумо на кнопку G. Подождем и в последнюю секунду до взрыва взрываем EMP-генератор. Таким образом мы спасли манекена. Ну и конечно же мы получили ачивку. Четвертая ачивка — это My Inside Skirt. Тоже очень легкая ачивка. Спауним манекена, спауним нитроглицериновый фляг, потом во вкладке веревки выбираем кровеносный сосуд и соединяем кровеносный сосуд вместе с манекеном. После того как мы все соединили, далее в разделе механизмы нам потребуется компрессор жидкости. Выбираем, заспауним, снова берем кровеносный сосуд и соединяем его вместе с фляком. И затем запускаем механизм. И как вы видите, манекен начинает трясти. А значит, вы все сделали правильно. Сейчас проверим и опа. Если ты прекрасно шаришь по химии, то ты все знаешь, что нитроглицерин очень опасный для здоровья. Ведь она очень быстро всасывается в кожу. А человек будет медленно погибать в страшных муках. Пятая ачивка тоже очень элементарная. Спауним манекена и атомную бомбу. И делаем все, как я показываю в видео. Ну вот и все. Манекен стал радиоактивным. Ну и вишенка на торте светится в темноте. Ну и последняя, финальная новая ачивка — это Potion Cell. Ачивка очень муторная. Тем более для этого нам потребуется пустой фляг, все существующие шприцы, атомная бомба, ядерная бомба, динамит, EMP, огненная бомба, обычная граната, бомба-толстяк, липкая граната, мина, розовая граната, бочка и все существующие фляги. Далее берем кровеносный сосуд, нажимаем пробел, чтобы остановить время, и делаем все, как я показываю. Но это будет длиться долго, так что спасибо за внимание. Я не выпрашиваю вам лайки и подписки, просто хочу вам помочь. Всем удачи и всем пока.